Вот это ваша невнимательность. Вот это ваша невнимательность. До трех считай. Нет, стоп, стоп, до пяти. Игра начинается с того, что посреди человек стоящий в кругу берет плетку, одевает шапку и разгоняет всех, кто стоит сзади. Эта игра очень веселая и интересная. В нее очень хорошо играть, когда человек 5 или 7. Что нужно сделать тем, кто бегает вокруг? Надо снимать шапку. Тот, кто снимет шапку, и будет голящим. Голенище
щеночек свищет, на ремне ногам поет, карман и гиря, так и пляшет, мне покоя не дает. Они мы бабу побьем. Перетягивание ремня. Перетягивание палки. То же самое почти как на лавочке, но здесь должен быть он за, за палку. Поставьте так, чтобы ноги были четко у границы. Вот так. Поехали. Ноги вместе, вместе ноги. Да. Ты берешь это, ты так, ставь на удар, готовься. Так, это сюда, рука идет, это сверху сюда, вот. С левой, так, давай с правой. Вот это сюда, значит, на щеке идет, а это сюда. Так. Оп. Так, ноги вместе надо. Так, теперь ты. Ноги вместе. Удержался, видите? Сюда еще. Так, ноги вместе. Выходи, ребята, добраться, чем зажмурившись, ходить я один. Сюда пришел ты, ох, слабо меня побить. Эх, товарищи, потише, не подталкивайте нас, у нас всего четыре брата, мы помахивали вас. Девять раз, и неужели в сотый раз в морду мне?
корни не хотите ли? Вот какие резкие ребята! Вот давайте, давайте, бойцы! Вот, давайте, силу копите! Вперед! Ножик свище, на ремне наган поет, карпани гиря, так и пляшет, мне покоя не дает. Эх, где наши хиточат, мы туда гулять идем, а ли нас кого-то режут, а не мы бабу побьем. Мы захочем, разобьем деревень скамейки. И в этой игре нужно столкнуть бедром или ногой своего соперника, чтобы он упал, но при этом нужно сохранять равновесие. Соперников может быть от двух и более. Thank you.
начинай. Пятно. В этой игре надо встать на пятно и досчитать до 5 счетов, а перед этим сказать «моё пятно». И тот, кто простоит на этом пятне и досчитает до 5 счетов, объявляется победителем. Моё пятно! Моё пятно! Раз, два, три! Моё пятно! Раз, два, три! Моё пятно! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Это я возьму! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три! Раз, два, три, четыре, моё пятно. Моё пятно. Раз, два, три. Моё пятно. Раз, два, три, четыре, пять. Моё пятно. Раз, два, три. Моё пятно. Моё пятно, раз, два, три, четыре, пять. Моё пятно, раз, два, три, четыре, пять. Моё
Это игра на внимание. Выживание. На выживание, да. Но самое главное не испугаться, а посмотреть. Потому что мы боимся иногда того, чего сами не знаем, да? Вот. А увидеть тот момент, когда можно будет подойти. На это рассчитана игра. Вот. Я буду как дракон. Видите, это будет у меня такой хвост. Ого, хвостик. Вот, он будет щелкать. Если кого попадет, будет больно, да? Опа! Опа. Я буду лучше в домике сидеть. Представьте, что в ваш сад... А я в туалет пойду. Что в ваш сад забрался дракон. Вы долго там не были, и вдруг он там поселился. А уже пришло время собирать урожай. Яблочки все. Он хуже, чем пчелы. Да. Вот, и нужно набрать себе яблочек. Вот если вы не будете ходить в свой сад работать, там появятся всякие звери. Змеи и драконы. И они будут хвостиками. Душевный бой.
подталкивайте нас, у нас всего четыре брата. Мы помахивали вас.
Как волки воют? А баранчи как? Волки, на баранчика! На баранчика! Не надо советоваться, все, а то баранчик вас всех запинает. Хоть еще баранчик. Нападай на баранчика, нападай. Баранчик, выпрыгивай, или сейчас тебя скушают. Давайте баранчика, загоняйте, загоняйте, загоняйте. Загоняйте баранчика, загоняйте, загоняйте. Ну-ка, волки, все встаем, все встаем. Леша, Леша, волжак, все за Лешей, за Лешей. Куда Леша, туда и волки все. Ну-ка, нападай на баранчика. Ну, давай, давай, Артем, давай, нападай на него. Нападай, что-то у нас баранчик долго бегает уже. А? И никто баранчика поймать не может. Ну-ка, ловим баранчика. Задача волков кувырками, перекатами догнать барашка. Вот. Схватить его, да? Задача барашка не попасться, да? Пастуху, задача пастуха не дать волкам поймать барашка. Защищает. И для этого у него будет... Ну, давайте настоящую плетку возьмем. Я бить больше не буду. Барашка уже пасёнок. Все по лесам бегает от волков. Некогда покушать, да? Это у нас пастух. Настоящим кнутом. Покажи волкам. Во, видели? Там барашка съесть. А эти у нас, это у нас волки. Волки голос. Волки голос. Oh, я нас понял.
хулиганская борьба.
счет. И раз. Одну ножку правую подтянули. И раз. Левую. И два. И раз. И два. И раз. И два. И два. Хорошо. Сейчас слушай внимательно. Готовы? Сначала походим, да? Подраться.
Давай. Андрюха, раздвигай ноги. Тиски раздвигай. Не думай о ногах. Теперь наоборот поставьте. Все, поехали. Тяжело? Выгодки. Теперь давайте руками. Вставайте. Руки в сторону. Куда бы я тебе давление не давал, ты должен себя держать. То есть если я изменяю движение, ты должен их держать. Изменяю движение. То есть ты везде должен их держать. Если одну туда, ты должен идти и передать. Понятно? То есть если я где-то круговые движения делал, ты должен круговые движения. Локти не сгинаем в этот момент. Ты держи. Прижимай его. Дыши. Спина прямая. Не опускай, не опускай. Все, видите? Разные стороны. Вверх, вниз. Дыхание, спина прямая. Прямая. Локти прямые. Эту руку. Он должен нас держать. То есть вот я поднимаю, он должен ее опускать. Ты ее держишь. Вот я ее сюда веду, ты ее держишь. Понятно? Вот смотрите, давайте. Что нужно делать? Нужно в этот момент дышать и стараться тело расслабить. Напрягается только верхний плечевой пояс. И не даем им направления. То есть они должны считывать
То есть я должен считывать их давление. То есть куда они давят, куда я должен не давать давление, сопротивляться. То есть в этот момент развивается именно суставная часть. Суставы очень становятся подвижными, и плечи в этот момент становятся расслабленными. После такого упражнения наши плечики будут очень расслабленные и свободны в работе. То есть мы освобождаем, делаем больше свободы, чем... То же самое с ногами можно делать, да? Да. Делается все это медленно, без рывков. Можно даже улыбаться. Своей привычной армейской улыбкой, да? Да. Стиснул зубы, да? Да. Траекторию тем, которые дают достаточно медленно, чтобы не делать именно резких послаблений в суставных частях, чтобы сухожилия не повредить. Вот. После этого можно сделать такое упражнение. Человек встает, упираешься в мои руки, упираешься. Здесь, давай, возле меня, упирайся в мои руки, вот. Я тебя должен опустить. Называется упражнение гусеница. Поползла гусеница, поползла. Следующий пополз. Плечами, телом. А внизу лежащие ощущаем массаж. Очень хороший. Вот это живой мост, они спина к спине стоят. Голову не поднимайте. Ваша задача проползти под нему. Но будет не просто так, потому что они относительно друг друга будут двигаться вперед-назад, чуть-чуть, только не сильно. Все, поползли на животе. Поживее, а вы двигайтесь. Если вы падаете вниз, тогда начинаете все сначала. Быстрее двигайте мостом, быстрее! Во! Следующий. Все. Мостами двигайте. Так. Пошел. Следующий пошел. Двигайте мостами. Какой мост? Следующий пошел. Следующий пошел. Двигаемся. Это маленький ползет, маленький.
Следующий пошел. Скидывайте их, скидывайте, считайтесь. Следующий пошел. Пошел, пошел. Скидывайте их, скидывайте. Вася пошел. Все, слетел, в конец встаешь. Следующий пошел. Скидывайте их, скидывайте. Этот свалился сюда. Следующий пошел. Мостами двигаем, мостами. Следующий пошел. Значит, внимание, с одной стороны моста стоит один человек. Вот мост начинается. И с другой. Они встречаются и стараются удержаться. Один скидывает другого. Приготовились. На старт. Внимание. Марш! Вперед, пошли. Переползаем. Ползем, 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 ползем. Через зиму переползать. Быстрее, быстрее. Так, один провалился через мост. Другой удержался. Давай, Вася, ползи. Все, следующие два крайне. Поползли, поползли. Да ты завязался, ты бежит. Нужно как можно крепче сцепиться, чтобы удержаться, когда другая команда будут расцеплять и растаскивать. Пока вы да хотя бы двое между собой держитесь, игра продолжается, и продолжается время вашего сопротивления. Вы как можно дольше должны держаться вместе. Поехали! Ваша задача, по сути, не ноги разорвать, а руки у них оторвать, чтобы они не держались между собой. Одного расцепите, одного. Встать и щекотить, если что. Так, одного оттащили. Вася, Вася, давай. Ну, растаскивайся. Все, оторвали. Так, все, раскрутили. Молодцы. То есть такое свободное падение, оно учит не бояться. Давай. Доверять своему товарищу. Особенно, когда вы решаете какую-то задачу вместе, боевую. Ставь на место, ставь. Ага. Теперь поменялись.